так бывает в жизни. Хватит жить этим ебаным, блядь, хуйней всякой, вот честно. Я просто не хочу ругаться, но какая вам к чертовой матери разница, помирились мы, не помирились. Вот честно, вот некоторые люди пишут там, а вы кто нам, чтобы мы перед вами оправдывались? Вот кто вы нам, чтобы мы могли перед вами оправдаться? Да нравится нам, помирились, захотели, помирились. Кто вы есть, чтобы нам что-то там рассказывать, указывать? Да как Алена могла тебя простить? Простила, смогла, представляете? И все хорошо. А что плохого, когда отец помогает и присутствует в жизни ребенка? А что здесь плохого? Я что, какой-то алкаш? Я какой-то наркоман? Или что? Или я пропал после этого дома 2, вышел куда-то? Я работаю на хорошей работе, занимаю хорошую должность, ездю на BMW 7-ке. Кто там, покажите мне, вот из этой пидерсии, блядь, которая смотрит там ТНТ, покажите мне вот эту пидерсию, которая ездит там на BMW 7-ке, например. Вот просто покажите мне вот эту пидерсию, которая мне пишет в комментариях, там, покажите, как вы живете. Вот мне ваша жизнь вообще, мне плевать на вашу жизнь абсолютно. А мне что-то вы пишете, там написываете. Да вы можете хоть что делать. Самое главное, мне заебись живется. И что мне оправдываться перед кем? Перед шелухой, блядь. Извините за выражение. Вот честное слово.